Мне кажется, что человек выезжает на природу для того, чтобы отвлечься от шума в первую очередь, да, особенно от ритма, там, да, от ритма, да и в том числе музыкального ритма, наверное. А когда приезжаешь туда с магнитофоном, начинаешь его включать, там, что не слышишь птиц, все это гремит, то, в общем-то, как-то грустно даже немножко. Немножко грустно. А по той тропинке кто-то может идти. Кстати, вот факельное шествие по той тропинке, мне кажется, оно будет прекрасно. Причем эта тропинка, она вытоптана тоже недавно, в прошлом году. На той стороне реки сделали купель, в которую, я так понимаю, будут люди ходить, нырять. Это так, православные, да. Надеюсь, что не только православные, всякие люди будут ходить, нырять. Нашим тоже можно? Нашим? Да не знаю, кто наши. Наши, это, наши ваши, ничего. Даже как назваться-то даже, не знаю, мат запрещен. Вот представляешь, жил народ, да, жил народ с гордым названием Нихуяне, и тут запретили мат. Люди остались без национальности. Без национальной самоидентификации. Да. И все, да, всего лишь какой-то запрет. Ну, подумаешь, матом нельзя ругаться. А это вот, да. Цивилизация. А позитивное телевидение Никольского представляют. Представляете, этих вообще видели динозавров. Вот. А здесь получается так, что получается довольно-таки масштабно. Даже в плане применения всех своих сил, да, будь то какое-то строительство, оно вот выглядит довольно-таки убедительно, что, в общем-то, доставляет радость. Вот. Потом переворачивание земельных ландшафтов, да, это тоже очень интересное занятие. Такой конструктор в каком-то в героическом масштабе, да, вот когда несколько тонн земли вдруг перемещается и становится ровной площадкой, и на ней можно заниматься спортом, это здорово. Да. Зайти-то может каждый, да, но вопрос правильно общаться, да, договариваться, чтобы всем было комфортно. Вот. И если это все соблюдается, то, наверное, вообще открыто. Что не хочется для тебя? Сейчас жизнь большая, интересная. Да даже уже и цель где-то здесь близко, кажется. Да. Привожу, ну, во-первых, собачку беленькую, ей очень нравится скакать по горам вот этим прекрасным. Друзей привожу. Не надо мне вот этих вот, Васюх. Как бы было красиво. Не надо мне вот этих. Смотрите, Васюх, как красиво. Не надо мне, Васюх, этих тасок. В Никольском все происходит как бы само собой. То есть купил кусок земли там из бурелома и захотел, чтобы там стал у тебя какой-то райский сад. И стал райский сад. Захотел ты, чтобы стал у тебя дом. И стал у тебя дом. И так далее. Все, конечно, не так просто, да, с работы и так далее. Но никакого сопротивления среды. И из этого я для себя делаю вывод, что мне надо здесь быть. Потому что иначе я бы сталкивался с каким-то вот глупыми, идиотскими препятствиями на каждом шагу, а тут нет. Я захотел, оно стало. Я захотел, поработал, и все получилось. Это великая вещь, и когда такое встречаешь на пути, за это надо обязательно хвататься. Наверное, во многом поэтому я здесь. Федя, да, Аврора сейчас ногами его задумает. Аврора, сзади Федя, правильно. У меня с собой ласты, маска и гитара. Это стандартный набор человека, который собрался подумать. Понимаете? И подумать о смысле и поискать его.
чем я и собираюсь заняться, и поэтому у меня совершенно нет времени, чтобы с вами здесь разговаривать. Трусы потерял. Ты здесь в Никольском откуда взялась? От Занзибара. Давно ли? Давно, лет уж. 10, наверное, вестимо. Ровно 10. Ну и чем все закончилось? Детьми, как обычно. Детьми, землей, хозяйством. Мы рассуждали на тему закрытости и открытости Никольского. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь на эту тему в плане людей? Мне кажется, людей достаточно, хотя бывают и новые интересные, но какой-то отсев необходим. И как его производить-то? Естественным отбором, как обычно. Кто выжил, тот остался. Можешь каким-нибудь образом сравнить с Никольской или с каким-то словом одним его охарактеризовать? Сказать, Никольская – это? Никольская – это жизнь. Разная. Но всегда приятно жить там. Другого слова нет. Скажи, что ты сюда привозишь, когда ты приезжаешь? Что у тебя в багажнике лежит? Маруся. Ну, идите. Можно больше ничего не везти, все остальное здесь и так можно найти. Все самое ценное. То здесь все, здесь нет такого, чего бы здесь тебе не хватало? Чего бы или кого бы? Нет. Всего хватает? Есть мечта когда-нибудь сюда попробовать привезти маму хотя бы раз в жизни. Но это, в общем, единственное, что. Больше нет. А если бы не было Никольского, что бы было в твоей жизни? А я не могу это представить уже все. Такая точка невозврата. Без Никольского уже... Ну, то есть невозможно представить, это настолько другая какая-то жизнь, что других вариантов нет. В свои 44, живя в Никольском, да, меня накатывает счастье. В Никольское приехал по рекомендации своего одногруппника на день рождения. А мы знаем одногруппника-то? Одногруппник, да, зовут Илья Горелов. Мама замечательный человек, Алексея Васильевна. Вот давеча обсуждали как раз, кто был пионером в Никольском. Выяснилось, что первым была Гореловская тетка Нина. А, она тебе сестра ведь, наверное, да? Сестра. Вот. Она оказалась здесь в 94-м году. А мы в 98-м. А Горелов, соответственно, в 95-м или 96-м не установили. Никольское – это родина. Помните, когда я первый раз приехал в Никольское на автобусе, у меня в памяти четко было отложено, что здесь идти всего ничего, потому что ехали на машине очень быстро. И я привез с собой ящичек пивка в рюкзачке. Вот, 5 километров от трассы. В общем, теперь подхожу взвешенно к вопросу багажа, поэтому в Никольское приезжает 500 гаджетов. Компьютеры, хард-диски, колонки, фонарики и разные ключики. Гвоздики и ножнички. Изначальный, на мой взгляд, посыл получился очень грамотный в результате чистейшего совпадения. Это именно то, что здесь оказался Илья и Левтин Васильевна. То есть, видимо, вот на этом как раз этапе был задан какой-то вектор наполнения, скажем так. И поскольку в компании все люди друзья, более-менее, у нас приблизительно общие интересы и определенный уровень восприятия мира. Поэтому, видимо, вот Илья как раз и Алексей Васильевич, не в последнюю очередь, если не в первую, задали вот этот вот уровень, вокруг которого, собственно говоря, на мой взгляд, все и образовалось. И в результате теперь уже непонятно, где яйцо, а где курица. Но мне кажется, что так вот изначально, наверное. Никольская – это такая серьезная часть жизни.
которое занимает и время немного, и приносит большую часть эмоций. Ну, вот как бы моя воля, то оно было бы открытым абсолютно, с одной стороны. Потому что с теми, с кем не хочется общаться, общаться не будешь. А много людей, с которыми общаться хочется, и ты никогда заранее не знаешь. Потому что люди открываются в неожиданных местах, в неожиданных ситуациях. Поэтому, может быть, что и хорошей было бы идеей, наоборот, привлекать побольше. Но есть много сдерживающих факторов технического характера, которые не позволяют это делать. С другой стороны, есть соображение, что, конечно, может понаехать всякое. В общем, мудаков не хотелось бы, но они тоже проявляются неожиданно. Поэтому, иншаллах. Вот у меня контент, да? Теперь будем жить здесь. Построили себе крылышку. Сейчас все разберем там и заживем тут долго и счастливо. Вставать, когда хочешь, ложиться, когда хочешь, говорить, чего хочешь, есть, чего хочешь. Лапа. Паша, зачем ты сделал башню, расскажи. Как? Это же инстинктивно, это доминирование. То есть, чем выше ты находишься, тем как бы у тебя выше статус. Это реликтовые чувства сподвигли меня на возведение башни. Сподвигли на возведение. Так, а это, мне кажется, точно не мой почерк, это Занзины сочинение. Точно. Сочинение? Да, детские какие-то. Про робота. Мы сюда попали с братцем и с матушкой в 98 году, приехали к Илье Горелу на день рождения. И еще ехали. А там корень где кроется? Ехали, и где-то, наверное, часа через два у меня уже стало одолевать сомнения, надо ли нам туда ехать, потому что это невозможно. Тогда не ездили так далеко, вообще это не считалось нормальным. И когда мы сюда приехали, по результату здесь оказалось настолько хорошо, что вот за полтора дня пребывания здесь мы приняли твердое решение, что мы очень хотим здесь остаться. И, наверное, уже недели через две договорились с вдовой местной о покупке дома. Так все началось, это было 16 лет назад. Дом, который построил я сам себе, как бы, мне он очень нравится, дорого, девчонкам здесь очень нравится, хорошее место. Я не готов встретить старость вообще, как бы, не пока. Но если выбирать место, это замечательное место. Понять, чем здесь заняться надо. Вот это вот надо определиться с этим. Большинство времени, которое я здесь нахожусь, я ловлю себя на том, что я счастлив. Я испытываю некую эйфорию, и мне здесь безумно нравится. Ты знаешь, я до какого-то момента был готов не делиться Никольским, а сейчас, пожалуй, готов делиться. Жена пробует пить, не получается. А я пробую не пить, тоже фигуру получается. Плотомойку сделал не я. Плотомойку сделал Роман Фанталес. Точнее, не то, чтобы он сделал, но идея была его, он народ завел. Пашка ему больше всех помогал. Я, как бы, наверное, даже был на третьих ролях. Но она немножко другая планировалась. Короче, вот та, которая сейчас, это та, которая была изначально задумана, но нам просто не хватило пороху ее сделать в том виде, в каком мы задумали. И сейчас мы ее, в конце концов, вот старое свое время отжила, построена новая, и вот она такая, какая она была задумана. Автор идеи Фанталис, повторяю. Настя, 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 Настя,
хорошо, они как-то вы плотно идете. 10 лет назад первый раз сюда приехали по приглашению друзей. И до того понравилось, что уехать стало уже... Ну, было совершенно невозможно уехать отсюда просто так. Поэтому мы нашли себе какое-то вот здесь вот место. Странно выглядело оно тогда. И остались. Вот, и мы, наверное, здесь навсегда остались. Да. Новый, не новый человек, всякий человек, который, скажем, попал, ну, сюда, например, в том числе, да, и ему захотелось здесь остаться, это его место, и я никаким образом не могу сказать ему нельзя. Это нет. Ты готов делиться с ним, как с ним? Ну, как и всем на свете, да, конечно. Другое дело, что никто посторонний, кому здесь нехорошо, он здесь никогда в жизни не останется. Мне интересно будет. Дима, отойди, да еще. Не, у нас не хочет. Наш пошел. У нас коплет. Да, ой, как хорошо. Слишком тяжелое желание выгадать. Нас пришел вместе с Монархом. Люся, выгляни в окошко с Маргаритой. Меня привез сюда зам, хозяин нашего, практически Никольского, первоначально. Мы с ним познакомились на острове, приехали туда по отдельности, а уехали вместе. Ну и первый раз приехали сюда. Никольское свело меня с ума, потому что здесь, ну, действительно нереальная атмосфера. Здесь хочется улыбаться и хочется жить. Жить здесь невозможно, но приезжать и отдыхать здесь круто. Чего тебе здесь не хватает? Мне, наверное, близости с Москвой. Хотя ее тоже не надо. Вот. Но этого не хватает, потому что очень тяжело сюда добираться. Ну, в принципе, наверное, да, наверное, этого. То есть слишком долго получается сюда приехать. А может быть, от этого и счастье. От того, что так долго едешь, и потом приезжаешь, и получаешь то, что ты хотел. Хочу, чтобы мои дети здесь выросли. И мы посадили здесь два дерева, деревья моих детей. При рождении одной дочери и второй мы сажали здесь деревья. И хочется, чтобы девочки увидели, как эти деревья выросли. И когда деревья станут совсем-совсем большими, они приедут сюда, они будут уже со своими детьми, и эти дети будут видеть эти деревья, видеть то, что сделали мы. И мне кажется, что это главное в жизни, чтобы цепочка не прерывалась, чтобы она была, есть и будет. И в этом, наверное, будет Никольское. Ира, ты считаешь, ты красивая женщина? Да, я считаю, что я красивая, успешная и счастливая. А вот это тут, сзади, это что? Сегодня это дуру коллега. Ну и так периодически. Я тебе подругу, между прочим. Мишки подруга. Я тебя очень люблю. С днем рождения тебе. Спасибо. Чтобы тебя, ну, чтобы ты замуж вышла, да. Господи, да что ж такое? Мы можем попроситься присоединить вашего мужа, присоединиться к вам? Не знаю, где он. Пожалуйста, можете попросить его. Это ни о чем. Ой, мой муж пришел, я думаю. О чем угодно можете попросить его. Что ты можешь сказать на это? Какова твоя реакция? Я удивлен. Насколько глубоко? Я прошу переснять все интервью, пожалуйста. Смотри, что у меня есть. А что это вы тут делаете, а? Иди, иди отсюда, тебе мальчик, иди отсюда. Ладно, ладно. Представься, как тебя зовут. Ну, у меня много имен здесь. Даже не знаю, с какого начать. Начиналось все скромно как-то. Валерьян, там, Валерон. Попсовенький был, да. Тут недавно еще неприятное. А, это? А можно попсовенький? Тролльный, можно тролльный? Не-не-не-не-не. Иисусик! Попсовенький Иисусик, да, Сазонов обозвал когда-то. Сейчас Снеговичок. С рыбаком-то как познакомились? Куда смотреть? Я ему одноклассницу, он мне тоже подогнал. Вот, сейчас на дачку приезжаем к ним. Вот с вами. Порой, конечно, когда появляются новые люди, они поначалу такие странные. Вот Подлегаев, например, вот это вот со своей женой. Я тебя давно со мною вместе.
Поехали в Польшу, Новый год, безобидно все. Читаю через строчку. Снегурка, понимаешь, каких-то друзей своих позвала. Блин, что вот за люди? Полку сломали, спать всю ночь не давали. Это... Я тресну! Беспредел. Кто хотел, тот спал. А потом присмотрелся, а прекрасные люди оказались. Любовь моя! Баба твоя пришла, Валер. Ты его баба, что ли? Нет, это моя любимая жена. Ты видел, что Саня сейчас? Да, видел, он облизывал. Что показывал? Давай. Баба. Вот с ним я познакомился, и этому я рад. Ломая полку в поезде. Евгения Лозицкая, Нюся для всех. А кто у тебя на руках? Марго, Маргоша. Маргарита Балка, моя дочь. Рассказывай. И Валерина. Моя и Валерина. Маргоша, Маргарита Балка. Привет, меня сюда Занзибар. Страшная история была на самом деле, потому что Занзибар пригласил меня. Поехали в деревню, настоящая деревня прям вот. Тогда же мы, собственно, познакомились с Гореловым, потому что Горелов затопил вот эту вот баню, и мы здесь парились. А когда мы приехали, я решила, что это дом большой. Я помню свои ощущения, я вхожу в дом, вижу печку, прохожу дальше и не обнаруживаю никакого другого помещения. Дом заканчивается. Дом закончился как-то очень быстро. Я думала, что это был какой-то большой. Слушай, ну сколько лет назад это было, это очень сложно вспомнить. Больше 10, это точно, абсолютно, потому что 10, как бы вот эта вот тусовка знает друг друга. 10 лет назад мы с Валерой познакомились, но я так думаю, что это лет 11-12 назад. Я бы сказала так, Никольск — это горизонт. Здесь есть горизонт, которого мне не хватает в городе. Ты приезжаешь, смотришь, и мозг твой отпускает, очищается. Вот. Это происходит только тогда, когда ты видишь горизонт чистый. Алкоголь делу не мешает? Периодически помогает. Нет, не мешает. Ать. Слушай, она съела, ничего? Ну, ничего делать. Ты знаешь, место само по себе открытое. Вот само место. Но то, что здесь сложилось, вот эта вот тусовка, мне кажется, она закрыта. Вот все, собрались люди по интересам. Есть, безусловно, там кто-то больше тусуется вместе, кто-то меньше тусуется вместе. Но это нормально в любой тусовке, потому что она большая. Но чтобы привлекать кого-то еще, мне кажется, что... Ну, это должны быть прям мега какие-то люди. Я раньше как-то не верила в то, что есть места силы. Никольская однозначно это место силы. Поэтому и люди собрались, соответствующие этому месту, и место само по себе. Место силы. Приехала с рыбаками когда-то очень давно. К Зану еще не было никаких других домов. У Зана была печка, мы на ней жили. Хорошо жили? Отлично. А сейчас как живете? Да еще лучше. Расскажи, где ты живешь? Живу у тех же рыбаков. Так. Я приехала к вам сюда из Индии. Что ты нам привезла? Ой, много всего. Ну, йогу, которую сейчас будем заниматься, которой, я думаю, что выплюнет пространство, кому здесь быть не надо. Так сурово сейчас это сказала. Я такая. А что ты сюда привозишь с собой? В Никольск? Что ты привозишь? Мыло и благовоние в большом количестве, еще и специи. Ты
На всех это привозишь, делишься со всеми. Да. Никольское – это место силы. Спасибо. Хочешь сказать что-нибудь вообще сама? Да, посыл? Очень. Тогда говори. Садимся на две косточки. И выпрямляем спинку. Меня сюда привез муж. Он еще мне был тогда не муж, так а потом теперь муж. Сегодня нет, а вот так, хотя, в принципе, в какой, вот смотрите, я просто за город еду и был где-то, ну, к второй половине дня. Вас как зовут, простите? Муж сюда приезжал к каким-то людям. Я их сначала не знала, а потом узнала все хорошие. Тебе нравится в Никольском, Лера? Конечно. Здесь есть речка, есть лес, палатки. Это романтично очень. И даже провели горячую воду. Сегодня прекрасная Никольская, спокойная, сытая, абсолютно расслабленная. И позитивное. А в пятницу какое было? С пятницы на субботу, я бы даже сказала. Не помню. Мне здесь нравится. Но у меня есть такое чувство, что новые люди здесь... достаточно давно уже все-таки не появляются, значит, это кому-то нужно. Мы умеем отдыхать абсолютно по-разному, и совершенно не нужно никаких новых тёлок. Отдыхаем хорошо! Всех целую. Я Саня. Сань, что ты только что делал? Я кайфовал. Длинные, обтекаемые. Саня, а если бы не было Никольского, что бы ты делал? Я бы не кайфовал. Беру, например, палатку. Потому что жить надо где-то. Беру матрас надувной, потому что спать надо у палатки на чем-то. Ну и жену беру, вот жена, смотрите, вот та, вот жена моя, да, ее беру. Под это надо делать, да, а ты мне в штаны лезешь. Сань, такой интимный вопрос. А вот вы... Большой, да. Сань, вот. Сань, готов здесь старость встретить? Конечно, с такими девками-то. Это медляки так часто. Ты вообще с кем? Круто. Мне понравилось. Это где день рождения у тебя? Ну да. И спроси еще что-нибудь, Саня, я согласна. Девки станут бабами, старухами. Ну и что? Можно всегда молодых девок завести. Саня, правда, все женщины голые? Да, Лена. Нифига себе. На нее посмотри. Давай повернись, детка. Меня Ира привезла Бердюгина Сокольская. Не Бердюгина, Сокольская. Зачем? Чтобы я здесь всяко тусовала и готовила всяко вкусную еду. Мы домик построили, красивый. Нам Илюша Горелов. Архитектор! Илюша гениальный архитектор! Илюша гениальный архитектор! Илюша гениальный архитектор, хэштег, да. Да. Илюша, уходи. Пара-па-па-па. Зачем позвали? Илюша гениальный архитектор. Да, да.
Девки спорили на даче. Что происходит? Никольская, это здорово. Какой ты дурка. Мамы, ой, ты Галя, Галя молодая, лучше то не будет, чем родной мамы. Кто не скачет, тот москаль. Ой, ты Галя, Галя молодая, только дочек мае, а их научает. Ой, ты Галя, Галя молодая, меня сюда провела Екатерина Константиновна Подлегаева. Ну, судьба, да, чё. Новые люди нужны всегда. Да? Ты open-minded? Are you open-minded, Виктория? Я вообще это... Люблю вас всех. Суки, конечно, но люблю. Дай поцелуй. Много лет назад я приехал сюда в гости к Занзибару. И с тех пор я больше отсюда не уезжал. Это закрытое место, хотя любой при желании может его найти, но при этом, наверное, афишировать это место действительно не стоит. Я бы хотел встретить здесь старость. И даже, в общем-то, положен какой-то старт этому проекту, заложен фундамент. После ужина в хорошем ресторане. Возможно, это к чему-то приведет. Гуси падают на землю, от страха посрались. Никольская — это за гранью нашей обычной жизни. Все коньки в лугах колхозных, и заплакали детишки. А петлюрцы, как немцы, как видели героев, побросали сиськи на пол и полезли на машины. Мне здесь очень хорошо, и всем здесь очень хорошо. И хотелось бы, чтобы продолжалось это хорошо. Ну и чтобы все старались это место держать в какой-то благости. В той благости, которой оно вот есть в настоящее время. Сиськи в тесте, это вкусно. Заходите, сиськи в тесте. Сиськи в тесте, это вкусно. Заходите, сиськи в тесте. Здравствуйте, я Сима. Вау! 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 Yeah! Oh, yeah! Yo. Это мы все познакомились в 2004 году на Утрише. А как привел кто? Ну, наверное, Зан. Может быть, Паша. Пусть ответит. Не дави. Никольская — это красиво. Никольская — это спокойно. В Никольском очень хорошие люди. В Никольском мои друзья. В Никольском очень хорошо. Никольская закрыта. Закрыта. Только закрыта. У нее брызжет. И русалка хороша. У него тут и якорь, и Люся вообще. Не что-то с глазом. Так случилось, что в этом году... 10 лет. Да, в этом году случилось 10 лет, как мы познакомились и первый раз приехали в Никольское. Поэтому мы хотим выпить за это. За юбилей? Зан, представь себе, 10 лет прошло, как мы сюда приехали к тебе в гости первый раз. Это было в мае 2004 года. Вот такая вот, такая вот история, да. За первый. Зан, ты рад или ты рад, да. Или ты не рад вообще, Зан? Я рад? Помню первое знакомство с Заном внутри шея, потом... Никольское острова вот реши. Прекрасно, за десятилетие, за первый юбилей, круглую дату. Действительно, круглую дату, да. Чин-чин? Да, 10 лет, это серьезно. Откуда ты здесь? Кто тебя привел? Горелов. Горелов привел. Привез даже. Поехали, говорит, скучно мне одному. Вот и приехали. Что у тебя в багажнике, когда ты приезжаешь в Никольское, кроме меня? Ну, пармезан у меня всегда лежит. Стульчики, столики. Никольское — это остров. Я тебе сейчас несу вкусный торт тирамису, чтобы ты его попробовал.
положу его на стол, чтобы ты сейчас пришел. Тара-та-та-та-та-ра-ра. Это пинап тема, морячки. Я тут, знаете, ходил и слушал, как поют птицы. Квакают лягушки. И журчат ручьи. Закружило меня этой весной, будто было это все не со мной. Не со мной, 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 не со мной. Никольское прекрасно. Оно мне очень здесь все нравится. Приезжали. Я вас люблю. Не любишь моя борода, слушай, да? Что тебе может со мной получиться, а? Мы с тобой школу не закончили. Что я только что сделал? Я только что налил себе стакан превосходного грузинского вина из Кахетии. И пью его сейчас. И кому умирать молодым? Он не знает слова «да» и слова «нет». Он не помнит ни чинов, ни имен. Чем способен натянуться давно, считая, что это суд. Никольская – это с большой буквы «э». Никольское – это новое старое место. Новые люди нужны здесь. Новые открыто? Люди нужны вообще. Потому что новые люди дадут нам возможность развиваться, но новые хорошие люди. Если мы оставим Никольское старым, да, то мы все закостенеем и будем старыми. А если будут новые люди, будет праздник. И упасть опаленным звездой по имени Солнце. Мы пьем и думаем о душе, о душе.
солнце, обы, осень, солнце, обы, умри, осень, солнце, обы, солнце, обы, солнце, пойми, 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 а, у, я прилепляю, прилепляю, помню, в детстве знал я средства неудачи избегать. Строил крепости из кресел и еще умел летать. Вот бы мне подняться в небо и усталость бросить слечь. Мир согласия, волю счастья, где найти? И как сберечь? Осознать удовольствие. Мы глазами не получится. Не, мы все равно же сидим. Вот именно. Давайте ляжем. Афанасий, минута осталась. Видел Лёша? Да, подпрыгивающим с мутацией. Она радостно на самом деле разве видела тоже давно. Подумаешь, никакого отношения. Опустил выше. Ничего себе. Меч. Очень красиво. А как им махать? Кладенец практически. Когда осторожно. Афось, Афось, аккуратно, аккуратно. Ответь, пожалуйста, на вопрос, что для тебя Никольское? Мне кажется, если существует рай на земле, то мне кажется, что он похож на это место. А как же комары? Ну, комары – это некая изюминка. Неотъемлемая часть рая на земле. Комары, ладно, меня сегодня покусали пчелы. 3 укуса в голову, значит, в плечо и один в глаз. Пчелы у меня не опух. Это ты как бы отвечаешь на вопрос, а что ты сделал только что? Этих пчел завел рыбак. Он их всячески, значит, обхаживает, содержит в порядке, а они почему-то решили... Иногда натравливают их на друзей. Ну, в общем, мы вот находимся сейчас здесь 2 дня, и каждый раз, когда я приезжаю в Никольское, я потом вспоминаю эти дни, они отпечатываются на всю жизнь. Это настолько яркие события, которые преображают, в общем-то, нашу повседневную жизнь. И когда я нахожусь в Никольском, вот я подумал, что я здесь чувствую. Я здесь чувствую полную свободу. Я здесь чувствую себя естественно. Я совершенно естественно общаюсь. Я делаю, ну, то, что мне нравится. Говорю, о чем хочу. Там, гуляю. То есть здесь нет никаких рамок, которыми мы обложены в городе. Устал я! Привез меня сюда рыбаки. То есть я с ними познакомился на Утрише. Меня Паша Розумов привез первый раз на Утриш. И сразу же все первое мое впечатление, это мы горит костер, сидят рыбаки. Значит, мы приезжаем с Розумовым, я беру гитару, начинаю петь песни. Ну, мы тут же, конечно, задружились. И после приезда из Утриша меня сразу позвали сюда, и я вот сюда приехал. С тех пор периодически вот, наездами здесь бываю и получаю огромное удовольствие от каждого приезда. Оля, а тебя кто сюда привез? А меня сюда привез Илья, мой муж. Много лет назад, лет 14 назад. Сначала я долго не могла привыкнуть к этой дичи, к этой глуши. Я была сугубо городским человеком, и максимум, на что я могла сподобиться, это на даче. Здесь, конечно, было принципиально что-то другое. Но когда у нас появился биотуалет, то вообще я полюбила это место всей душой. Так что, мне кажется, что должно получиться неплохо. Как ты думаешь, Антох? Вот еще наш товарищ подошел, Лёсик. Лёсик, кстати, садись.
Мы тебя еще не проинтервьюируем. Да. Давай мы тебя быстро экспресс-опрос. Лесик, кто тебя привез в Никольск? Откуда ты здесь? Познакомились мы все на Утреше. Какой-то май. Не помню какой. То ли четвертый, то ли третий, то ли пятый. В общем, лет 10 назад. Никольск для меня это вот это. Я не вижу с лавочки ни одного строения. И просматривается на 3 километра. Вот это красота. И ты в халате после бани? Да. И в Буденовке? Снимай все. Ну, ничего. Ну, в общем, вот глаз радуется вот этому месту. Ну, и люди, ну, не знаю, вот замечательно просто состояние. Вот я не знаю, чем это. Катюха какая-то такая прям стала. Такая, просто вот. Сейчас черная постоянно. Такая точка невозврата.